Празднование дня рождения пророка Мухаммеда началось с видеоотчета о деятельности Мухтасиба Тукаевского района Инсафа Хазрата Саубанова. В течение летнего периода он посетил целый ряд мероприятий, на которых звучали слова наставления, аяты Корана и мольбы о благополучии. В сентябре был запущен благотворительный проект, в рамках которого предоставляется горячий обед нуждающимся. Мероприятие открывали артисты Челнинского татарского драмтеатра. Они выступали с театрализованным представлением о пророке. Пророк Мухаммад – это величайший человек за всю историю человечества. И если бы он сейчас был бы в этом мире и ему дали бы власть, то он решил бы все мировые проблемы за стаканом чая. На праздник в Тукаевский район приехал муфтий Татарстана, чтобы лично поздравить всех мусульман и вручить благодарственное письмо главе Тукаевского района Фаилу Камаеву. Месяц Рабель-Ауэль. На татарском языке он больше известен как месяц Маулиды, месяц, в котором родился лучший из людей, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы, будучи мусульманами, естественно, радуемся тому, что он пришел. Это день рождения Мухаммада, алейхи ва саллям, поэтому для нас это значимый, для мусульман это значимый праздник. Мы пригласили своих имам-хатыбов, наших руководителей, потому что не всегда может приезжать на наши мероприятия и муфти. Празднование дня рождения пророка Мухаммеда – это важное событие для мусульманского мира.